Ребята, всем привет! Вы на канале StrawPlay. Сегодня мы будем играть в Blocks Fruits. Сегодня вам покажу, где находятся 5 вещей, которые надо обязательно купить, чтобы попасть во второе море. Они вам очень помогут. Итак, за 3 вещами мы отправляемся на холодный остров. Летим. Так, мы уже прилетели. И мы когда вот будем вот тут. Это, конечно, когда мы будем покупать, можно делать постепенно. Сначала сделать одну локацию, потом другую, и там покупать. Либо купить сразу все. Так, мы идем вот так. Так, поднимаемся. И заходим в эту пещеру. Здесь нас встречает учитель, который будет нам предлагать Air Jump, Аура и Внезапный шаг. Ну, у меня так переводит, ну, там может по-другому называться. Air Jump – это двойной прыжок. Он стоит 10 тысяч, и он очень вам понадобится. Вот. Следующая это аура. Она стоит 25 тысяч. А точнее, их называют хаки. Они зависят, как надеваются, от вида боя. У вас, может, на руки, а у меня на ноги. Вот, потому что я бью ногами. Третья вещь это внезапный шаг. Она стоит 100 тысяч. Она вас телепортирует. Вот так. Только у нее очень большой кулдаун. Но она вам поможет. Там, например, секретки там всякие открывать. Идем во вторую локацию. Там находятся 2 предмета. Мы летим в райские острова. Так, мы уже подлетаем и уже прилетели. Мы прилетаем вот сюда. И нам надо забраться вот на самый верх. Так, забираемся. Поднимаемся. И вот. Мы идем вот сюда. И нам поможет вещи, которые мы прикупили. И тут мы видим Йоши. Он с вами не будет разговаривать, если вы не прокачаете ближний бой на 200 уровня. После чего вы купите за 750 тысяч Тамое. Сейчас я его одену. Вот такое. Оно улучшает ваш урон фрукта. Я не помню насколько, но улучшает. На втором мире можно проверить, насколько улучшает. Итак, и последняя 5-я вещь. Она находится на самом-самом верху. На самом-самом верхнем острове. Мы поднимаемся на это дерево, потому что вы не сможете подняться. Я не помню, но у меня когда я сюда подбирался, вот в этом здании появлялся портал. Может, когда придете, у вас появится портал. Ну вот так мы идем и поднимаемся. Мы поднялись с помощью слэша и Air Jump. Идем вот сюда, в это здание. Можно вот сюда, а можно просто сломать. Когда ломаешь, интересней. Прыгаем. И идем по дереву, по корням. Идем. Еще надо обязательно поставить вон туда сетпоинт, потому что вы не сможете, наверное, подняться второй раз. Там сложно подниматься. Чтобы облегчить жизнь, ставьте сетпоинт. Заходим в это здание и видим вот учителя. Еще одного. Нам надо левел 300, чтобы купить это. И 750 тысяч денег. И сделать одну секретку.
О ней я вам расскажу в следующем видео. Буду показывать, как получить саблю и вот такие инстинкт-хаки. У нас появляется вот такая способность на буковку К. Вот. Мы видим стамину нашего врага и здоровье. Вот, например, вот так. Вот. Еще надо получить аксессуары. Они дают всякие там, например, 200 там урона, здоровье добавляют, всякое такое. Ну и так далее. Только фрукты она не дает. Это, конечно, получить не обязательно. Ну, как хотите. Аксессуары получать с боссов. Там, например, можно еще оружие получать с боссов. Но оно такое. Ну, это тоже не обязательно. Вот, например, такое пальто я получил с Джереми, который находится во втором мире. У него 850 уровень. И оно мне дает там 200 к здоровью и 200 к энергии. И еще что-то он там умножает. На этом все, подписчики. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!